Называется «Муза». Луду во фалес, муза и все лоран. Лу вскакивает рано, и начинается беготня по кругу. То в издательство, то на примерке Иви не видел статней и шутливее. Ее мама, манекенщица из Вог, оставила Лу любовь к брюкам и длинные ноги. Лу ненавидит юбки, но обожает стрижки. Характер жесткий, свое издание. Этим на первом свидании она и запала Иву. Луиза, Вава, Луиса и Генриетта, ваше имя, как и характер, невозможная не кокетка, слишком резкая либералка, мягкая крайне редко. Я к тебе припадаю, падаю, поднимаешь, и игриво так, не глупи, восхищенно щебечет Ив. А чего ты, милый мой, в самом деле? Я не муза, как ты обозвал, не подумав. Ведь я не дура, не фарфоровая девчонка с большими глазами. Работаю с 9 до ночи, делаю, не ожидая. Падаешь, поднимаю. Мне тебя, мальчик мой, всегда мало. Я курю в объективах твоих, ревную к музам. Их со мной маленькая корзинка. Земля в лице Парижа смотрит мне вслед, подражая походке. Новая мода на сумке, новая мода на перья, на сумки, на тяжелые серьги, на шмотки из секонд-хенда, на безумные краски, на удивление образов, на отсутствие возраста, на эпатажный выход. Чертов имидж. Но твои вздохи, Иви, мне всех важней. Не глупи, прорвемся, лишь будь нежнее. Спасибо.